Привет, друзья! Приветствую на канале AlexAvers. Сегодня хочу познакомить вас с 1/4 Таллера. Это епископство Зальцбург, австрийские государства. Друзья, в данном случае у нас монета средневековая, относится к средневековой Европе. Год 1626. Вот я по центру кадра показываю. Я думаю, вам видно и понятно. Это 1/4 таллера, то есть мелкая разменная единица большой крупной серебряной монеты. Это также монета, выполненная из серебра. То, что вы видите золотистое, но это как бы патина. Иногда серебро покрывается патиной в зависимости от того, в каких условиях оно сохранялось. Коротко, на аверсе изображена Мадонна с младенцем. Под ней изображен герб и надпись, ну, которую сложно там прочитать русскоязычным гражданам и украиноязычным, ну и, собственно, всем остальным, кто не живет в данном регионе, допустим. Ну, тут есть какая-то надпись, там символизирующая правление данного епископа. Сейчас перейдем к реверсу. Здесь изображен святой Руперт. Он стоит с ящиком для соли в правой руке и посохом в левой. Ну, это что-то символизирует. И округлый щит с гербом Зальцбурга. И ниже, как бы, ниже и по окружности написана легенда. Монета 1626 года. Она выполнена из серебра, это 1/4 часть таллера, то есть мелкий номинал. Серебро, о какой пробы неизвестно. Кстати, кто увлекается средневековой Европой, можете подсказать, друзья, потому что, ну, как бегло, невозможно найти информацию о данной монете. Масса ее 6,86 грамма, она квадратная, гурт у нее гладкий. Гладенький гурт, ну, как бы видно какие-то вызерунки, но это, скорее всего, следы обихода. Форма ее, так называемая, форма это клиппе, квадратная. Естественно, она не имеет сейчас обращения хода, но достаточно интересная, красивая монета. Друзья, кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, пишите комментарии. Ну, собственно, и до новых встреч. И коротко скажу, здесь изображен, вот здесь на этой стороне, изображен как раз фигура, это Париж фон Ладрон. Годы его правления 1619-1653. Вот как раз в австрийском государстве вот этот князь-архиепископ правил годы правления 1619-1653. Монета 1626 года. Ну, монете в следующем году, друзья, как вы понимаете, 400 лет. Прекрасно сохранилась. Какой-то незначительный есть обиход на полях. Но, в общем, состояние практически отличное для нумизматов, которые понимают в средневековой Европе. Это очень хороший сохран. Друзья, жду комментарии, жду лайки, подписку. До новых встреч. Всем пока.